Приветствую вас, пилоты и пилотки, с вами Савар Имас. Продолжаем стримить игру под названием Elite Dangerous. Я вас всех приветствую, дорогие друзья. Ну что ж, поехали. Привет, Диман, привет, Дэнни, Дэм 3, Варвар, тебе персонально привет. Ахбул, Ахбуган, приветствую, дружище. Всем-всем, дорогие друзья, приветствую, ребят из ГГ. Кто сидит на Twitch, работает? Twitch работает? Twitch работает, прекрасно. Поехали, ребят. Да, я знаю, что пилотки нет такого слова, ну, ладно. Что с этого, что нет такого слова? Теперь есть, теперь батя Римас называет пилотки. Поехали. Ладно, ребята, всем привет. Чем мы будем заниматься? Давайте сначала Варвара отправим. Вот так вот, вот инвайтик, если у нас еще какой-то Signed Winter находится. Ребята, что мы будем делать? Мы будем с вами выполнять разные задания. Я не знаю, как давно я задание не выполнял. После последних патчей разработчики подкрутили те самые задания, да? Увеличили прибыль, там что-то подкрутили, усложнили, кстати. NPC теперь стали намного коварнее, чем это было ранее. Привет, Римас, приветствую, ребят, всех-всех-всех вас приветствую. Вы на стриме. Килизоуби, короче, всем-всем, ребят, всем приветствую. Поехали, ладно. Бюллетень, борт, поехали. Давно мы с вами не стримили эту замечательную игру. Кстати, здесь надо перевести что-то. Не, не то, не надо, надо кого-то убить. A little work on the site. Небольшая работа в сайте, короче, да? Не то. Что-то мне не нравится это задание. Какие-то непростые. Так. Астра. Сейгалю. Welcome to the stream. Thank you, Astra. You're welcome, Commander Remus. Remus, привет с Дальнего Востока. Приветствую, RG. Джоун, приветствую. Так, поехали, ладно. Ну, давайте вот это вот задание. Короче, что нам здесь говорят? Блин, мне этот чат немного напрягает справа. Я не вижу. Вот эту часть я не вижу. У меня здесь свой чат, которую вы тоже не видите. Короче, надо убить двоих чуваков, находящихся вот в этой системе. Тассо. Принимаем, поехали. Что будешь делать? Будем делать рейд, будем делать задание. Landing gear up. Так, минуточку, у меня что-то звук игры, походу, не совсем высокий. Во, вот это другое дело. Тимоха, приветствую, дружище, как у тебя дела? Нормально все, стрим... Чего стрим, чего? Шуморкай? Кто такой Шумор? Я знаю Шумор, это мой друг. Привет, Римас, можешь подсказать, где искать движки пятого поколения, пятого ранга, имеешь в виду, да? А то ищу нигде... Ну, слушай, там бывает, они меняются, их место дислокации. Посмотри. Трана Лайтс. Так, гречка, ты меня видишь нормально, да? То есть мы не лагаем, ничего. Отличненько все, да, вроде бы. Да, он подлетает и на меня смотрит. Сейчас мы... Бум! Это такой вот поцелуй. Поцелуй питона, ребята. Поцелуй питона только что произошел у нас. Нормально. Питончики поцеловались. Знаете, да, гиены. Я много просто читаю про разных животных. Знаете, как они здороваются, если они с одного, можно сказать, прайда. Ну, с одной стаи, да, прайд это у львов. Они поднимают, короче, левую или правую ногу и... и у друг друга, короче, там вынюхают все это дело. Это у них такой вот, типа они так здороваются, короче. Ну ладно, мы что-то ушли с космической темы. Поехали. Так, хорошо, где наше задание? Наше задание будет находиться в системе под названием... Реалистик. Приятного аппетита. Кто там кушает? Кто там кушает? Кушайте, кушайте, ребят, приятного аппетита. Поехали, мы сейчас будем кушать пиратов. Гришка, ты ассист сделай на меня, да? Мы сейчас с тобой полетим в систему Тассо. Кстати, здесь есть система, называется Атата. Мне так она сильно понравилась. Ребята, кто хочет со мной встретиться, я в системе Тассо. Кто меня хочет убить, мои хейтерочки, я тоже там нахожусь. Так что прошу любить и жаловать. Римас, как тебе в друзья в элитке попасть? В друзья никак не попадешь, у меня уже лимит 200. Привет с Южного Урала, приветствую тебя, дружище.
Xbir, приветствую. Оргей, приветствую. Что-то у нас подвесон, смотрите, какой жесткий, непонятный. Какой-то подвесон, ребята. Хай, Римас. Артем, приветствую, Артемка. Спасибо, МР. Тебя тоже удачи. Так, ну давайте без каких-либо политических лозунгов. А то сейчас в бан улетишь, слышь? Дружок. Тут надо писать... Говори только слава Римасу. Римасу слава, вот так только. В нашем. У нас нет демократии, у нас диктатура. Так что, пока я тебе предупреждение кинул, да? А потом тебя буду уже банить. Будешь кричать сам по себе там у себя дома. Так, Тассо. Ищем. Ищем, ребята, ищем. Командор Гречка. Здесь у нас какая-то кобра. Возможно, они вот здесь вот находятся. Слава Римасу. О, вот это уже другое дело. У нас, ребят, диктатура. Согласных в ссылку, не согласных расстрелять. Вот такой вот у меня строй режима. Wanted. Кстати, у нас здесь Wanted Cobra. Сколько за нее платят? А, 13 569. Какой онлайн в этой игре? Позавчера был 27 тысяч. Одновременно играли. Рекорд, ребята. Позавчера было 27 тысяч игроков. В Elite Dangerous. Римас Гоку Total War. Сейчас пойдешь в бан. У нас правила, другие игры не обсуждаем. Элитка несравнима с другими играми. Давайте заберем этого пирата, по ходу дела. А вот он, кстати, Mission Target. Да ешкин ты свет, как я мог пропустить это дело. Он и Wanted, и еще и Mission Target. То есть это наша именно цель. Ух, как он, смотрите, прям как юзга. Работает. Ребята, мы уже исследованием закончились. Кто не видел предыдущего стрима, мы с вами сдали данные на целых 63 ляма. Откуда инфа по онлайн игры? Можно инфу смотреть через Steam. И через официальный сайт там есть. Weapons. Жарим, жарим, жарим. Ой, ребята, смотрите, какой у нас жесткий питончик. Вот у нас интерьер питона. Вот это жесть. Вот это классная жесть. Кел1ер, приветствую, дружище. Или это из Стима? Это из Стима. Это только из Стима. Это не считая тех ребят, кто не в Стиме. Алексада, приветствую, дружище. Так, ну что ж, полетели дальше. У нас сейчас откат. Круиз. Так, одну цель мы с вами уничтожили, да? Сейчас посмотрим, вторая цель есть ли у нас или нету. Привет всем, подскажите, как в игре фракцию выбрать? Привет, судрыжище, сейчас подскажу. Астра. Стоп. Короче, заходишь в карту. И прям не отходя от кассы, вот здесь вот выбираешь Power Play. И, пожалуйста, смотришь, какую... Вот я, например, нахожусь вот в этой силе, да? То есть у этого брутального чувака. Например, давай выберем другую, да? Вот, например, вот, вот тут как раз... Все хотят ее, по ходу дела, и к ней все почему-то примыкают. Смотря как ты играешь. Если ты любишь воевать, не торговать, то заходи либо за федерацию, вот за этого чувака. Демократического чувака, да? Ну, лицемерная демократия и так далее вот у него. Либо за архон. Ну, есть еще какие-то. То есть у этого чувака... Смотрим, где он находится. Он находится вот здесь вот. Вот в этой системе. А, сила у него довольно жесткая. Да, то есть его тоже повсюду, везде пытается оккупировать. Но он пока держится. Открываешь Open. У меня английская версия. И вот здесь вот можешь... Я вот могу перейти, ну, как бы кинуть своего покровителя и перейти к нему. А у тебя будет здесь кнопочка «Вступить». Ну и все просто. Ничего сложного. Так, ладно, давайте продолжим. Командор Гришка здесь у нас, Федерал Нави Щип. Вопрос. А если занимаешься торговлей, то какой выгодной фракции присягнуть? Слушай, дружище, там посмотри, там есть. Там именно вот... там все описывается, каждой фракции. Так, это наша вроде, да? Там еще одна кобра, кстати, может быть наша цель. You're welcome, Commander Remus. Thank you, Astra. You're welcome, Commander Remus. Так, Master Wanted. Наша, не наша. Сколько за него дают, интересно? 26 тысяч.
Ривас, напомню, за кого ты? Я за Архон Дилайн. Но это не наша цель, но он wanted. Спасибо, дальших полетов тебе тоже, дружище. Римас пират, значит. Тот самый, да, пират. Слушайте, питончик мне понравился. Я полетал на Фердилансе, потом обратно пересел на питон. Ну, это вне серии, вне стрима. Заберем этого чувака. Гречка, давай за мной. Ты, наверное, сейчас тоже прыгнешь, да, я так понимаю? Прекрасно. Ой-ой-ой, когда жестко крутануло. Shields. Weapons. Жарим, жарим, картошку жарим. Так, у нас перегрев пушки. Так, он что-то там сбросил. У нас перегрев пушки. Стоп. Так, он сбрасывает, кстати, чаф-ланчеры. Что он там сбросил? Какой-то груз он сбросил, ребята. Ворованный груз, дорогие друзья. Все? Поджарили? Прекрасно. Римас, ты маяк не выбросил. Да ладно, неужели? Все, выбросил. Так, ну давайте подберем этот груз. Давай, дрончик. Хочу, хочу груз. Понаблюдаем, как дрончик будет груз-то выводить. То загружать. Вот он, кстати, наш карго, ребята, открыт. Не понял, он работает или нет? Да-да-да, работает, работает, смотрите. Как это прекрасно выглядит-то, а? Ждем, ждем, ждем. Добрый день, сэр. Приветствую, Юру. Как у тебя дела? Всем привет, что делаем? Убили только что чувака, wanted, и теперь собираем карго. Дрончик за нас работает, мы просто стоим, ждем и наслаждаемся этим красивым видом. Привет, Римас, приветствую, Грендер 45. Как у тебя дела, дружище? Да, у меня все оружие энергетическое. По щитам мы просто жарим. Ну, зато с патронами мы и не паримся. Хотя, возможно, мы сейчас все с вами поменяем попозже, да? Кстати, смотрите, какой у нас карго красивый. Ух, какой прям. Шалом, Римас, всем шалом. Шалом, дружище. Как твоя кошерная жизнь? Надеюсь, все хорошо. Так, ну что ж, друзья. Приветствую, приветствую, дружище. Приветствую, Сайнт. А вот он, наш карго, кстати, открыт. Опа, и дрончик залетел, видите? Кто это видел, ребята? Кто это видел? Все, дрончик отработал свое дело. Теперь мы его назад, к сожалению, не можем взять. Стоп, подождите. А, нет, он не отработал. Работа, работа дальше. Вот-вот-вот-вот. Вот еще здесь есть. А, вот еще какой-то груз есть, контейнер. Ну-ка, пошел сюда. Здорово, всем приветствую. Грибник, здорово, дружище. Как у тебя дела? Так, хорошо. Все вроде нормально. Ой, ой. И такое даже бывает. Так, ладно, закрываем тогда это дело. Поехали дальше. Круиз. Какие пухи поставить? ОСР, какие пухи? Именно какие? Я, может быть, пропустил, может быть, ты до этого что-то писал. Тирион, приветствую, скидка закончилась уже. Да, кстати, скидка у нас закончилась. Так, кто-то здесь мне пытается сзади подойти по-европейски.
А ну-ка посмотрим, кто такой. Что за асп? Наша цель. Забираем асп. Давай, Гришка, за мной. Привет, Римас, приветствую, дружище. Ну что ж, вот и миссия, в принципе, закончена почти. Сейчас заберем асп, и все нормально. А что подобрал-то, да, там хлам какой-то? Мы его с вами продадим на черном рынке. Так, пауэрплан ставим. Работаем, пушки. Ничего себе. Гречка, что за тебя за фит такой? Ты его прям снес ему щиты, бедный. Давайте посмотрим, как наш чувачок стреляет, а? Посмотрите, как мы жарим. Жарим картошку, жарим. Приветствую, приветствую, Кэпт Харрис. Приветствую, Дипок. Смотрите, смотрите, как мы его жарим прямо, а? Ай, как красиво. Мы ему что, движки выбили, походу? Жарим, жарим. Все? Все? Вот так вот, вот это кадры. Ребята, вот это кадры. Походу, мне в Голливуд надо записаться, да? Как вы думаете? Так, миссия выполнена, прекрасно. Отлично. Возвращаемся домой. Ребят, мы с вами выполнили первую миссию. Там 44 тысячи, вообще херня. Но зато мы с вами что сделаем? Мы поднимем себе ранг. Записываешь стрим? Конечно, записываю. Так, мы почему-то ванты, да, по ходу дела. Йоро, приветствую тебя. Так. Хотя я уже с Йоро уже здоровался. Ну, не помешает еще раз поздороваться. Так, ну что ж. Господа, продолжаем. Да, данные сдавал я там очень долго, около 40-30 минут, да, кажется, если я не ошибаюсь. Какая видюха, блин, это должна вытащить? Видюха не прям супер-супер крутая должна вытащить. Ребята вот играют на калькуляторах и нормально, на средненьких тащит эта игра. О, или Dangerous идет. Да, та самая игра. Игра будущего, ребят, игра будущего. Да, Астра. Yes, captain. Стоп. Affirmative. Slowing to a full engine stop. Ты звал данные 1.5 часа. Ну, значит, так общался с аудиторией, что забыла времени. Смотрю через ГГ, а пишу через Twitch. Ну, ты можешь писать на ГГ, я вижу чат ГГ. Так, ну что ж, сколько они нам торчат-то? Так, 44 тысячи, вообще мелочь, но мы зато сейчас с вами поднимем ранг, и, возможно, они дадут более серьезное задание нам. Ладно, и спать. О, Рейд, ты что, спать, что ли? Ничего себе. Че, что там, ночью, что ли? Не понял. 780, ай, хватит? Как? Конечно, хватит. Ну, ты спросил. У тебя GTX 780, что ли? Или просто TI? Я чуть-чуть не разбираюсь иногда. Погодите, погодите меня, я лечу. Ты говорил, анонс будет за день. Ну, я, видать, говорил про этот таймзону, космический таймзон. Там один день в космосе, как год. Ну, говорят же, да, там один день в космосе, год в этом, на Земле. Шучу.
Disengage. Disengaging cruise. Топовый питон там вообще, не шути, там такие деньги надо вливать в него, ребята. Это просто жесть. Вот как раз мы с вами к этому и пойдем. Возможно, мы сейчас с вами кого поищем? Конфликтные зоны. А возможно, сейчас посмотрим, если нам дадут нормальное задание, то мы его... Вот вчера я выполнил задание за 400 тысяч кредитов. Буквально за 5 минут. Это было классно. У меня Twitch пал, а в ГГ бан из-за того, что новенький. Ну, это не бан, это... Ну, чтобы не залетали там всякие хитерочки мои. Чтобы не создавали 150 аккаунтов. И писали всякую гадость. Send a request. Ай, спасибо большое, дружище. Так, пятое место. Пятое место, ребята. Садимся. Мы прям точно должны приземлиться. Ребята точно, почти точно приземлились. Привет, ребята, с удачного стрима. Приветствую, РФ. Как дела? Так, ну что, давайте борду сдадим. Лечу сейчас к Сагитариусу. По пути видел систему открытую гречка. Оу, даже так. Так, сколько мы подняли ранг? Ну, немного так подняли. Мы пока нейтральны к этой фракции, да? Репутация, вернее. A little work. Что тут надо сделать? Гречка, где у нас этот? Конфликтные зоны. Вах, Римас проигнорил мои сообщения про фит. Отписка, дизлайк. ОСР, что там? Как питон, тоже хочу его. Питон прикольный. Корабль очень, как ребята говорили в прошлом стриме. Стоп, подождите, пока нас не просканировали, давайте сдадим это дело. Продадим, как говорится, в черном рынке питон. Он довольно универсальный корабль. Вот утанкованный нормально, и оружие нормально можно воткнуть. И, конечно же, много чего можно возить. То есть у меня карга сейчас, вот видите, на сколько? На 96 кубов. Тон. Так, контакты. Черный рынок. Черный рынок у нас везде есть. В тех системах, где контролируются наши фракции и так далее. Да уж. А что мы там еще есть у нас? Лимпет, лимпет, лимпет. А что мы это продать не можем, что ли? Не понял. Не понял. Типа ворованный дрон? Как это так? Это мой дрон, который вернулся, он теперь стал ворованный, что ли? Все, вот так вот сделаем. Прилетел, я здесь. Римас, привет, давно стрим начался. Приветствую, инспектор Атом. Да нет, вроде. Всего лишь 30 световых минут. Но звук питона просто завораживает. Это надо искать на станциях, на границах сил. Ну хорошо, давай посмотрим. Ой, меня уже сканируют. А я чистый. Так, хорошо, ребята. Что мы будем делать с вами? Мы сейчас с вами поедем куда-нибудь на границе. Вот сюда, наверное. В БАЦ. И Ланди Гир у нас же, Ланди Гир, ребята. Привет, Римас, привет, дружище. Опять маслокет. Привет, бро, Амир, как дела? Спасибо большое. Темп. Что за питон? Можете рассказать подробнее? Питон, военный корабль. Торговый, можно сказать, тоже его зафитит как торговый. Довольно универсальный корабль.
Я сейчас покажу, как он выглядит попозже. Приветствую, батл, нормально у тебя. Слабоватый корабль у тебя. Да ладно. Давай проверим. Кстати, я не поставил Fuel Scoop по ходу дела. Ну-ка, давайте проверим. Поставил, нет? Не, не поставил. Забыл. А я прямо сейчас на пути к центру галактики. Система БАЦ. BATZ. Хитерочки, я там. Перехватывайте меня. Римас, как ты считаешь, в ПВЕ кто победит? Топовый стервятник или топовый питон? В смысле, кто победит? Смотря как. Там в движениях смотря, то есть есть корабли, ну, стервятник, он более подвижный, если честно. Тут как ситуация пройдет. Я на стервятника больше выживал, если честно. На питоне чуть-чуть не так хорошо. Ну, это по мне. То есть у меня более ближе такие корабли маневреннее. Нет, этот сериал не смотрел. Так, у нас вообще здесь система не открыта почему-то. Так, ну что ж, будем искать конфликтные зоны. А вот у этой станции, наверное, да? Что у нас здесь, какие станции есть? Какие солнце, станции? Вот к этой, наверное, поедем. Посмотрим. Победит более прямые руки, это точно. Превосходно. Так, ну давайте посмотрим, если... Так, подождите, это экстракт, сайт. Кстати, можно, в принципе, и по шахтерцам заниматься, но говорят ребята, что это довольно невыгодно и очень нудно. Мы здесь никого не видим. Римас, а сколько всего в корабле в игре? Ой, я не знаю, не считал. Около 20 с чем-то, 30. Нет, здесь у нас нет конфликтных зон. Летим дальше. Они обычно возле станциях, на границах, как говоришь. Хорошо. Слушай, в Лусонде, кажется, были конфликтные зоны, да? Или мы оттуда прилетели с тобой? Обычно вот в таких центральных системах именно бывают они. Я не думаю, что... Давайте в Аравир полетим, посмотрим, сколько прыжков. 1, 2, 3, 4 прыжка. Jump. Стоп, подождите, у нас кто-то здесь есть. Питон, что ли? Это кто у нас? Так, командир Исамир. У-у-у, наш друг на Кобре. Ну, хороший ход на Кобре. Так, ладно, полетели дальше. Го в Лусонду. Но я вроде туда лечу, да? А, в Лусонду, говоришь? Отменить, не отменил, нормально. Ну давай, в Лусонду тогда. Либо давно хотел спросить, а тут возможно долететь до какой-либо звезды без прыжка? Нет. Здесь обязательно нужен прыжок. Во-первых, у тебя топливо закончится быстрее, чем ты долетишь. Неинтересная игра. Ну, раз неинтересно, уходишь в бан, дружище. Давай, до свидания. Песню знаешь такую? Ай, давай, до свидания. Неинтересная игра. У меня все интересно. Я говорю, согласных в ссылку, не согласных расстрелять. Да, Астра? Астра? Yes, Captain. Астра мне со мной не согласна, кстати.
Надо с ней пообщаться. Так, давай в Лусонту слетаем. Римас, можно мне бан? Конечно. Сейчас делаю. А ты на ГГ? Сейчас, подожди. Давайте я сделаю бан на 30 дней. Вот так вот. Все нормально. Так, ну что ж, поехали дальше, ребята. Рима, что будет, если не оплатить штраф? Я, наверное... Смотри, что будет. То есть, если ты штраф не оплачиваешь, то... В течение определенного времени тебе за твой голову назначают награду. А эта награда будет висеть 7 дней. То есть, уже просканировав тебя и увидев то, что ты не оштрафован, а у тебя награда за твою голову, то... Получится так, что тебя начнут стрелять. В течение 7 дней. У меня было в одной системе награда около 700 тысяч. В одной системе. Поэтому я туда не летал. Пока я летал там, исследовал, откатился этот счетчик, и все, я чистый. Так, я в Лусонде, я что-то тебя не вижу. Я тоже здесь. А, кстати, здесь должно появиться... Что там, кого-то гречку перехватили, что ли, я не понял. Не, ребята, здесь нету конфликтных зон. Здесь нету. Так, 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 так. Навибикон нам не нужен. Не, здесь конфликтных зон нету. Надо лететь дальше. Давайте в эту систему прилетим. Может быть, там что-то есть интересное. 1, 2, 3, 4. 4 прыжка, ребята. Jump. Warp drive initiated. Поехали. Крыло пока никого не будет добавлять, не надо этот спамить. Ребят, во время стрима не пишите меня в личку. Не надо писать в личку. Мы же пираты, устрой свою конфликтную зону с... Ну, можно, в принципе. Римас, вопрос: при использовании полнофункционального сканера обязательно держать кнопку огонь или можно сделать, чтобы саму работал? Нет, надо самим активировать это дело. Я так думаю, по крайней мере. Jump. А в элитке есть возможность создавать свои банды, как в GTA? Нету пока, но возможно введут скоро. Привет, Римас, вчера купил игру, можешь дать совет для новичка, как быстро прокачаться? О, это уже довольно... Часто вопрос, если честно. Делай миссии пока. Разберись с управлением. Вот пока ты будешь возить там, в основном вози. То есть бери миссии, где там отвезти одну, ну там с одной станции на другую, да, там какие-то вещи. Если будешь рабов вести, возить, то будь осторожнее, там могут тебя просканировать и так далее. Ну, рабов возить довольно выгодно в начальных этапах, если честно. Но делай миссии. По перевозкам. Jump. Warp drive initiated. Потому что я тебя не вижу, мисс Вульфер. Привет, Римас. Вчера купил игру, может, так это я читал. Я не смогу к вам войти. Выйти из прыжка. Я не понял твой вопрос. Так, ребята, давайте так. Если вы можете добавиться в крыло, подлетайте, я вас добавляю. Если нет, нет, не надо мне сейчас свои проблемы, ребята, здесь писать, как бы описывать. Здесь все просто. Подлетаешь, я добавляю в крыло. В крыле могут максимально 4 человека. Так, NG Battle. Система, ребята, мы сейчас туда долетим, и все. Блин, перегрев, 74, 77, 70%, нормально.
Блин, надо конфликтные зоны найти. Хочу просто опробовать, испытать свой новый фит. Так, ну что ж, мы прилетели. Здесь должна точно быть конфликтная зона. 9000 световых секунд. Расстояние около, да? Поехали. Смотри, ты сейчас на кобре залетишь, там умрешь, как тогда на своем хаулере. Я тебе не рекомендую пока в крыле быть. Крыле, ребята, от ASP выше. Вот так вот. Потому что у нас там довольно сейчас серьезно будет дела. Блин, да ладно, неужели нету? Здесь была же конфликтная зона. Гречка, есть? Где еще есть конфликтная зона? Нету здесь конфликтной зоны. Хорошо. Че, давайте гопнем кого-нибудь тогда. Рукастым? Да, рукастым можно. Но просто я видел, как он на хаулере подлетел. Я, говорит, сейчас всех шатну. Его шатнули сразу же. Ой, да ладно, кто-то меня перехватывает, да? Ай, давай, давай, давай. Хорошо, пообщаемся. Прекрасно. Гречка вообще куда-то пропал. Вот тебе и крыло. Опенс. Так, enemy. Это наш враг, ребята. Run lights. Lights on. Опенс. Configuring for attack. Ку-ку, ёптать. Ой, смотрите, он прям непробиваемый. Элит, ребята, элит. Щиты сняли ему. Нас еще и сканирует кто-то. Wanted. Ох, нихера себе. Ох, нихера себе. Кто там? Кто там? Кто там? Я фанат, говорит. Чё? Ай, давай, Даша. Ой, пошёл. Ой, ушёл, ребята, ушёл. Смотрите, на ГГ. Просто жесть. Это просто жесть, ребята. Ушёл на 30-дневный бан. Ушёл. Ай, молодца. Давай, ещё жду тебя. Вот это да. Вот такие вот. Такого залёта ещё никогда не видел. Так, ну что ж. Продолжаем. Гречка, где были конфликтные зоны? Ты же вроде бы херачил. Да, прилетайте, ребят, прилетайте, я буду принимать. На стервятнике, да, нормальный корабль. Кстати, тут много врагов летают, очень много. Пожалуй, я, наверное, сюда прилечу. Что там на ГГ? Админы спят, что ли? Привет, Римас, как дела? Приветствую, дружище. Нормально. Дела мы вот только вот осваиваем, как говорится, свои навыки. А то все это время исследовали и как-то подзабыл боевые навыки. Римас, в крыле есть распределение очков миссии и так далее. Вот распределения очков нету. Есть этот... Баунти делится, то есть награда за голову перекидывается. Например, если мы вдвоем убили один корабль, то нам даются там определенная сумма, смотря сколько мы нанесли урон и так далее. Ребят, привет! Открой правую вкладку и посмотри в статусе системы, есть война или нет. Ну вот, Civil War, ну, гражданская война, говорю, есть. В этой системе есть, хорошо. Да, спасибо, дружище, спасибо большое. Я что-то прям... Я не знал об этом, если честно. Так, давайте
вот к этой системе. Прекрасно. Спасибо, дружище, еще раз. Ребята, тортик. Робота зеленого. Всем, короче, эдпобуч. Короче, вот так вот. Спасибо тебе, дружище. Так, ну что ж, господа, я, знаете, где нахожусь? Присоединяйтесь вот в этой системе. Куруакани, короче, называется система. Мы сейчас с вами будем шатать всех. Какой Рима самый крутой корабль? Правая и левая рука. Ну, если ты правша, значит, в основном правая рука. Ну и левая рука тоже. Это второй пилот. Так. Я видел ребят, которые на кобре крутили анаконду и ее убивали потихонечку. Один человек на кобре, один человек на анаконде. Он ей движки выбил, щиты, конечно, сначала, потом движки, потом, чтобы он не смог улететь, ну, движки тоже. И вот так вот крутил его и убил. Привет, Римас, первый раз на твоем стриме, до этого смотрел только повторы. Покажи питон, сейчас покажу, приветствую, дружище. Питон нормально, деньги в него вложу. Не помню сколько, но нормально. Так, ну что ж, какую сторону выбираем? Выбираем тогда пиратов? Да, ребят, пиратов. Конечно, пиратов выбираем. Ок. Next target. Шатаем федералов. Мы, ребята, работаем на пиратов. Здесь, кстати, жестко, ребята. Видите, как он нас крутит? Просто крутит. Лок. Питон. Пауэрплант. Кровь и золото, да. Римас, прими в группу элитки. Подлетаем, ребята, подлетаем, приму. Кто у нас тут есть? Пока никто, только гречку вижу. Так, питон, да, еще просили показать? Сейчас покажем. Римас, как думаешь, будут ли корабли, требующие экипаж, кроме пилотов? Там, ну, по поводу экипажа будет. Типа второй пилот, там NPC, можно, в принципе, с другом летать на одном корабле. Возможно, такое тоже дело введут. Точно не могу сказать, ну должны, по идее. Так, у нас перегрев, давайте. Слушайте, жестко нас херачат. Китсинки сделали. Походу надо фит менять. Ну а так мы вроде пробиваем. Нормально. В конце августа к вам присоединится. Добро пожаловать.
Ну, наконец-то. Слушайте, на стервятника я его быстрее убивал. Не нравится мне этот фит. Гречка, будь здесь, если хочешь, я сейчас прилечу. Круиз. Ну давай, давай, что ты? О, я-то думаю, что у меня с этого каргоскопа там не открыт. Поехали. Так, никого еще пока нету. Сейчас мы, ребят, кое-что перефитим. Мне не нравится мой фит. Максим спит. Всем привет, 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 Римас. Приветствую. Саултар. Так, чего происходит-то? Ничего, воюем. В скучной игре, как мне кое-кто сказал. Римас, гоу, сбор игроков. Ну, пожалуйста, собирайтесь, ребята. Вот здесь я нахожусь. Вот в этой системе. Я, знаете, что хочу проверить? Я хочу одну пушку проверить. Ну, блин, там патроны. Я не люблю, где я буду зависеть от патронов. Хотя станция рядом, можем, в принципе. Римас, ты стримишь какие-нибудь другие игры? Да, стримлю. Элитку. Ну, тем не менее, я сейчас хочу сделать кое-что. Я знаю, да, что надо подлетать ближе и так далее и тому подобное. Каноны поставить. Ну, каноны у нас второго... Кстати, пульты у нас второго уровня, да? Кстати, можно. Ну, каноны тоже, блин, греются. Ужас, как греются. И там быстро патрон заканчивается. Римас, а игра открытая? Да, игра открытая. Ну, кажется, киллер. Я забыл, что такое канин. Я вот, может быть, не то представил. Ой, да ладно. Да ладно, что ты меня перехватываешь? Давай договоримся. Не, не хочет. Добрый день, приветствую. Black Core. Так, кто-то меня перехватил-то. Асп какой-то. Федерал Navy Ship. Да ладно. И что ты хочешь? Все? Все вроде. Он передумал. Римас, какой у тебя ранг? А, тут три ранга, какой из них? А, летал, да, на перских кораблях. На клипере, на этом, на курьере тоже. Парни, летим убивать Римаса, пука-га-га-га. Давай. У меня GeForce GTX 660. Пойдет. Да. Пойдет. Потащит. Доброго дня, Римас. Приветствую, Римас. Не, не надо, убери этот ник. Я верующий человек. Бог един. Нельзя сравнивать людей с Богом. Ставь, ставь, бери элитку. Если у тебя GTX 660, бери. Она пойдет просто на 100%. Так что даже не... Далеко от Альтаира до вас? Ой, слушай, не знаю. Кстати, интересный вопрос. Я думаю, далеко. Ну как далеко? 300, наверное, да? Это 200, 500, может быть. Максимум. Можно поставить 2 брустлайзера и 3 третьего класса остальные пульсы. Я, кстати, делал такое. Вот в предыдущем стриме, кажется, я так и поставил. У меня проблема в том, что, блин, греется. 3-4 выстрела, все, нагрев у меня идет. Да, скидка была, я делал в этом. Оно, ну, новость показывал в группе у нас, ребята, в ВК. Ребята, кто не... Нету
если вы хотите анонсы стримов и никогда не попадаете вовремя, у нас есть анонсы за 30 световых минут, мы делаем в нашей группе ВК. Так что присоединяйтесь, не стесняемся. Так, выход здесь у нас. У нас танцы крутятся в противоположную сторону. Римас, трудно держать пост. Нет. Run lights. Lights on. Жалко, не смог купить игру даже для бедного студента. 2К для... Так, Боббик. Боббик Котик. Слушай, я тоже был студентом. Я понимаю тебя, дружище. Deploying landing gear. Так, Бобби говорит, да? Сейчас, подожди, Боббик. Так, ребята, у нас сейчас небольшой перерыв. Так, рабочий стол. Вот так вот. Так, Боббик, короче, смотри, такие дела. Ты тут, Боббик? Напиши мне, что ты тут. Боббик, напиши, что ты тут. Так, хорошо, сейчас сделаем, подожди, кое-что мы сейчас выясним с тобой. Римас, я в этой игре же станции тебя не вижу. Интересно. Короче, Боббик, смотри, вот у меня есть две копии элитки. Одна из них уйдет к тебе. Ну, уйдет тогда, когда вот это вот дело пройдет, 30 дней. У меня очень хороший друг, его зовут Денис, он у нас в топе, он мне дал две элитки, сказал разыграть, сделать конкурс. А я не люблю делать, у меня были конкурса, я знаю, что это такое, то есть я хочу так делать. Я хочу, чтобы люди другие не обижались, я вот так ловлю ребят, то есть я тебя заметил уже несколько раз. Поэтому тебе уходит элитка. Одна копия на Steam. Я тебе ее дарю. Ну, подарю тебе тогда, именно 13 августа. Так что, пожалуйста, Боббик, напиши мне в личку, в мой аккаунт, именно на Twitch, с твоего аккаунта. Напиши, оставь свои данные, если ты из ВК, оставь ВК, телефон и так далее. Я с тобой свяжусь, я тебе передам. Понял? Ребята, не просите, я вот так вот ловлю. Следующая элитка, может быть, через год я ее разыграю. Может быть, у меня еще элитка будет. Так что, давай, Боббик. Все, конкурсов не будет. Я знаю эти конкурсы. Ребята делают репосты, там все это. И получают те ребята, которым вообще не нужна эта игра. Они ее перепродают. Так что я буду вот так вот выборочно дарить игру в течение всех стримов. У меня еще будет элитки, очень много элиток. Так что не обижается, ничего. Поздравим, ребята. Поздравим Боббика. Я вот единственное, видишь, у меня вот здесь написано 13 августа. Я не знаю, может быть, какой-то есть обходной вариант. Ты, главное, мне напиши на Twitch в личку. Оставь все свои данные, я с тобой сам лично свяжусь. Все, ребят, давайте перерыв сделаем небольшой и продолжим свои полеты. Ура, ура. Все, поехали. Только через 3 минуты. Че там, Боббик, походу в шоке? В обморок упал? Нормально все. Thank you.
С родителями. Так, ну что ж, господа, продолжаем. Ребята, всем привет, кто только что присоединился. Добро пожаловать на стрим. Так, минуточку сейчас на Твиче посмотрю, что там, нормально все? Хорошо. Сейчас я Бобика канал открою, чтобы фейки ко мне не стучались. Хорошо, ссылку сохранил. Так, ну что ж, сейчас минуточку, сейчас мы кое-что сделаем, я вот так вот сохраню его. Все прекрасно.
Давайте не будем спорить. Вы у меня на канале. Я что хочу, то и делаю. Что снимаю, то снимаю, ребята. Здесь у нас нет никакой, как говорится, никаких правил. Мои правила здесь. Если вам не нравится, ребята, кому я дал элитку, то можете как бы молча это все дело уйти со стрима и сказать: «Римас, ты такой сикой». У меня опыт на Ютубе и вообще 2 года. Я общаюсь с разными людьми. Я много раз разговаривал с разными людьми, разные темы. У меня есть опыт проводить конкурсы. Я знаю, что это такое. У нас в русском сегменте, на Ютубе, на Твиче и вообще везде есть специальные компании, которые делают фейковые аккаунты. Которые аккаунты, просто ты их не различишь. Во-первых. Во-вторых, побеждают многие, которым я... Просто которым не нужна эта элитка или там не нужна та или иная игра. Я буду... Вот у меня такие правила. Вот я такой. Все. Не хотите? Пожалуйста. Идрите его налево. Кто там? Вот так вот. Ну, это я такой, ребята. Не нравится? Пожалуйста. Не надо писать там. Ты так-то осуждать. Если кто-то будет сейчас писать что-то осуждать, просто в бан улетите. Все, я такой жесткий. Рима, сколько за сливен снял? Около 63 ляма, кажется. Вот так вот. Кто-то обругает, сейчас в бан улетите, ребята. Даже 50 зрителей я забаню. Я решил, значит, так будет. Все. Так что не надо. Конкурсы это все туфта. Так, ладно, полетели. Полетели и ничего не заправились. Я хотел, блин, перефититься, я полетел. Римас, привет, элитку купил. Приветствую, Никита. Спасибо, Амир. Так, ладно, давайте редокнемся. Блин, что-то у меня горло опять начинает мотать, как говорится, болеть. Римас, гоняй на станцию гречки, плиз. Кстати, она где-то рядом, да, находится? Под названием станция Гречка. На МК-3 можно летать, воевать, чтобы очки набивать. Ну, я думаю, можно, смотря какой у тебя фит. Тихо, назад, и дрить твою налево назад. Вот именно, моя копия, ребята. Вот как ребята тоже поддерживают канал, там, да, скидывают 100 рублей, 1000 рублей, там, 2000 рублей. Это их деньги. Они чё, как хотят, так и, как говорится, пользуются этим моментом. Также я вот вышел в магазин, мои деньги, я вот вышел недавно с улицы, но я не понтуюсь, ничего. Сидит пацан там по прощению. Я знаю, может быть, он лицемер, может быть, он действительно ему нужен. Я дал ему деньги, определенную сумму я даю. Мои деньги, что хочу, то и делаю. Так же и здесь, как бы все. Лучше не завидуйте никогда. Наоборот, радуйтесь за людей. Вам больше дадут. Неплохо, Лангер. Это такая у нас... духовный стрим, ребята. Духовный стрим. Всем привет, приветствую, бро. Приветствую, ребята, кто только что присоединился. Диссонанс, приветствую. Много пропустил? Ой, тут такие дискуссии были. Ой-ой-ой. Так. Фит. Римас, у меня вопрос. Жилой сектор космоса со временем увеличивается или нет? Слушай, жесткий вопрос. Я не знаю, дружище. Погугли, пожалуйста. Привет, Самир. Джонни, приветствую. Как у тебя дела? Удачного стрима. Спасибо. Так, ладно, давайте поменяем все это дело. Вот этот бимки убираем. Они мне не нравятся. Они греются и вообще некрасиво все так. Класс, сюда поставим. Джонни, что мне зафитить, как ты думаешь? Есть какие-нибудь мысли, идеи? Гениальные, ты же у нас старик в Еве. Да, Самир Римас, это наоборот. Это мое имя, Самир, если честно. Shield Cell Bank. Байранг у нас стоит.
Че, давайте лучше вторую баночку еще возьмем. Мало ли что. Лети уже к тебе, давайте, давайте. Летим, летим. Да, скин, кстати, классный. Вот такой вот скин, ребята, у нас. Скины можно делать вот такие. Ну, вот мне вот такой пиратский нравится. Скин. Ну, конечно, что теперь? Многие говорят, что это аферисты, все. А кто, ты знаешь? Я вот, например, не знаю, что у них там, какие у них проблемы. Ну, дал, дал, что, я же с этого не умер, правильно? Power Distributor. Ну, это не относится к моему действию, то, что я там раздал элитки, раздаю там, это другое дело. То есть, если я был студентом, я раньше кушал, знаете, ребята, что, мы раньше в ресторан заходили, я учился в Москве, бабок нет вообще, денег нет вообще, то есть, в кармане только там, ну, пару копеек на проезд, да, там, на метро, билеты и так далее. Мы и то на метро иногда так прыгали, перепрыгали через эти преграды. Ну и, короче, заходим, там есть адрес, я забыл, как называется. Там, короче, можешь зайти, стоит хлеб, стоит варенье, еще что-то там, и этот перец такой, типа аджика. Короче, мы этот хлеб берем, макаем варенье в аджику и кушаем, запиваем водой. Вот поели, все, на нас официант, они нам ничего не могут сказать. Короче, поели, ушли, бесплатно. Вот так вот мы выживали. Вот бывали такие у нас дни. Родители звонят, что нормально? Да-да, деньги есть, все, а эти деньги ты уже давно, короче, профуфукал. Ух, времена. Так, Джонни, что там написал, нет? А, да я по боевке не очень, банки, фиксит, пульсы и каноны. Наше все. Кстати, каноны, фиксит, пульсы. Ну, можно, в принципе, пульс поставить фиксит. Но я там, блин, буду этим... Фиксит, конечно, очень сложно воевать, но они очень пробиваемые. Где взять денег на фит АСП? Торговать, либо исследовать, либо убивать и грабить. Забирать женщин и детей. Шучу. Кстати, что там по поводу торпеды? Так, ладно, давайте пушки тогда третьего класса. Три ляма. Ужас. Бимы фиксит, канон фиксит. Нет, третьего класса у нас таких прям... Плазма у нас есть, смотрите, ребята. Слушайте, плазма, если херануть с трех пушек по одной цели, это будет жесть. Тут одна станция большая, кажется. Когда сходка? Ну, слушайте, ребят, я вот здесь нахожусь. Как вам показать, где я нахожусь? Короче, станция называется Кориолс. Кориолес, короче, мне вот этот цвет не показывается. Старпорт. А в системе я нахожусь где? Вот здесь вот. Куруакани ядритё налево. Вот так вот система называется. Да, плазмы, да, перегревает жестко. Поэтому плазмы брать не будем. Ну, я думаю, пульсы тогда оставим. Смотрите, какие жесткие пульсы. Ух, прям жесть. А бимы поставим, вместо бимов поставим что-то другое. Пульсами мы будем снимать щиты, как тут уже ребята говорили. И мультиканами можно, в принципе, добивать. Либо еще чем-нибудь. А, кстати, тут плазмы тоже можно взять, смотрите. Может быть, плазму взять? Ребят, о, реалган можно. Давайте реалган возьмем. Все, ребят, берем реалган. Продаем это дело, берем реалган. Хин, здорово, Хин, как у тебя дела? Слушай, Хин, тут чувачок один набежал, я, говорит, фанат какого-то хера. И он так спамил, что я аж прямо охеревал. Ну, потом его забанил, так что смотри, следи. Реалган. Ставим. Не надо плазму, да, плазму не надо, я не буду брать. Рима со скин корабля только на станциях менять можно. А то купил как
пока окраски на АСП, а поменять не могу, очень далеко от жилой. Да, конечно, только на станции. В космосе его не перекрасишь никак. Так, ну что ж, ребят, взяли мы с вами реалганы, наши добрые старые реалганы. Кто помнит, мы на Кобре с вами делали такие вещи жесткие на этих реалганах. Так, ладно, все, летим. Мы, я надеюсь, все купили, все это дело. Три пульса. Три пульс лазера ставь на питон. А у меня импульсивные, что ли? Но у меня пульс лазера, вот, три стоят. Да. В чем проблема? Только единственное, фиксит нету. Я бы фиксит, конечно, поставил. Но тут нету их. Бимы есть, фиксит, а пульса нету. Третьего класса, а там уже идет остальные второго класса. Римас я только пришел незаметно. Поставь турели в задние боковые слоты, а в передние что-нибудь пробиваемое. Те же рельсы. Ты имеешь в виду, смотри, какие боковые. Ну вот боковые, здесь есть боковые. Верхние есть нижние боковые. Задние боковые. Ты имеешь в виду вот эти вот задние, первые два, третьего класса, что ли, турели? Какой белый скин корабля, я не понял. А, белый скин корабля, сейчас хорошо поставлю. Что-то вы меня запутали, ребят. Турели, говоришь, поставить? Давай поставим, посмотрим. Каноны у нас вот такие, за 4 ляма. Почему Сагитариус нормально не прорисовали? Ну, тебе следует не мне спрашивать это дело. А мне нравится, как прорисовали. Какие преимущества лазеров над пушками? Пробивают щиты быстрее. Вот здесь вот показывается. Вот у меня плазма. Так, бимы. Видите? Дамаг у них термальный. Плазма термальный, кинетик. Но термал пробивает больше, чем кинетик. Именно щиты. А корпус кинетик пробивает термал. Чем термал у лазеров... Да, боезапас бесконечнее. Рима, с тараном дерись. Хин, что там? У тебя питончик же вроде был. Что там зафитить лучше? А может, ракеты все-таки зафитим как-нибудь? На третьего класса ракеты я не вижу. Всем привет, привет, Сувиларент. Кстати, вот этот канон, она... Это у нас оружие ближнего боя, я так понимаю, да? Ребята, канон это у нас оружие ближнего боя? Как вы думаете? Вроде бы так, да? Или нет? Римас, привет, когда список подготовишь? За множество восклицательных знак ты попадешь в тот же самый список, чувак. Чат. Это Рутони чат называется. Погугли. Прям Нормандия. Это точно. Так, гречка здесь у нас. И... Понятно. Так, ну что ж, полетели. Шатать канонами. Я не знаю, как они стреляют, правда. Для долгих, конечно, фармов каноны не этот, не алю, можно сказать. Как вертится кабина? Ну, я поставил, назначил клавишу на C. Можно на средней кнопкой мыши, если ты играешь на мыши. Вот так вот, смотрите. Круиз. Всем привет, приветствую, Компас, как дела? Тогда я тебя назвал Компасом, да, вроде бы? Давайте вот в эту зайдите. 75. Окей. 75. Reading now.
Ну вот и все, почти долетели. Да-да-да, подбираюсь поближе и буду стрелять их. Пойду их шатать. Так, за пиратов. Поехали, всем нам удачи. Уже нас атакуют. Питончик нас атакует, ребята. Ой, понятно, понял, надо было выше сделать. Weapons. Понятно, я понял, ребят, сейчас все будет. Сейчас мы выжим его нормально. Подлетим поближе и херанем его. Вот это да, вот это заряд. Ребята, вы видели? Вы это видели? Нормально. У меня аж прям подлагало. Но зарядов очень мало, я так вижу, да? Или нет? Нет, нормально, 95-100. На сесть на планету, возможно, скоро введут это дело. Жарим, картошку жарим. Вот это заряд, ребята, я обожаю эту пушку. Вот это жесть. Так, ну с мелочи нам придется, конечно, повозиться, если честно. Не то нажал. Вот правую кнопку надо нажимать. Доброе охота, Римас. Спасибо, дружище, тебе тоже. Римас, бояка, играет в закрытую. Сейчас в бан попадешь. Бояка. Вот, смотри. Open play. Game open play. Жду твоих извинений, бояка ты наш. Экс остал? Анаконду надо убивать. Привет, Римас, первый раз смотрю тебя. Приветствую, дружище, добро пожаловать. Ты на верном пути. Отдать его не можем нормально. Так, ну что ж. А чё я не получаю награды, я не понял. Я же ухерачу. Здорово, Римас, приветствую, Валерий. Как у тебя дела? Чё ты припоздал сегодня? Идрит твою налево. Гречка. Нет, Гречка, не ты, Астра. Есть, говорит, капли. Я, походу, в Гречку влепился прям жестко. Так, мы ему движки, походу, отключили. Он улетает в никуда. Рима, зайду к тебе на Кобре. Давай. Так, какие у нас есть еще контакты тут? О, асп. Асп берем. Берем асп. Да, на Землю, на планету можно садиться. Здорово, расист. Как твои, ничего? Надо попасть. Долго летал в центр галактики? Ну, не знаю, почитаю, где-то около 2 недели. Ну, 2 недели летел туда, потом туда. Давайте бортанем его.
А не получилось бортануть? Я в курсе, да, что больше 30 человек не могут присутствовать. Ну, возможно, это дело скоро исправят и усовершенствуют. Может, нет, садиться нельзя пока. Не попали. Походу, ребят, для таких мест лучше брать лазеры. Самый оптимальный вариант. Ну или просто чисто охотиться на анаконды. Вот, например, Federal Ship у нас здесь есть. Его сняли уже, пока мы его нашли. Вот еще один Federal Ship. Эпичный замес. Да пока ничего такого эпичного. Сейчас каким-то ребятишки подлетят, которые смотрят стрим, пытаются меня убить. Вот тогда будет эпик. Шатаем, 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 шатаем. Блин, нормально не могу повернуть. Тысяч. Прекрасно. Войс атак будет распродавать? Возможно, будет, если когда выйдет 10 винда. В 10 винде там будет русский пакет. Ну, пакет русского языка, чтобы распознавалось это дело. Все, что ли? Так, ну что ж, мы с вами испробовали это, эту пушку. Кстати, эта пушка, она будет довольно хороша в PvP против кого-либо, там какая-то анаконда, если прыгнет на меня еще, то мы уже можно ее шатнуть нормально. А ну а так, конечно, в фарме это не ест хорошо, мы даже не успеваем никого убить, зацепить и тому подобное. Так что давайте летим на станцию. Ну и тому подобное. Да-да, лучше лазеры подадут. Ну, лазер тоже в PvP хороши, кстати. Я как-то PvP-шился на лазерах. Я был на Кобре, чувак был на этом, на Питоне. Мы потом оба отлетели. Не знаю, почему-то он меня не смог убить, но я там его вертел, короче, вокруг него крутился, как планета. И он меня достать нормально не мог, и я его пробить нормально не мог. То есть у меня не хватило, как говорится, у меня там все перегревало, все это, потом я улетел. Кстати, надо стекло протереть. Питон офигенный корабль. Такой тяжелый. Массивный такой корабль. Хороший корабль Питон. Можно возить, можно торговать на нем. То есть постоять за себя может нормально. То есть рекомендую. Звук просто офигенен. Так, 35 место. Вот оно, кстати. Deploy landing gear. Deploying landing gear. Да, лазеры греют сильно. Ты прав. Ну и не только лазер, и эти реалганы тоже греют. Почему Type 7? А, чего? Перегревается. Ну, у тебя неправильно зафитин. Там надо просто покупать этот распределитель энергии повыше, и все, у тебя перегрева не будет.
Так, поехали, ладно. Да-да, кстати, звук такой, как будто мустанг. Ну, анаконда. Хороший корабль, очень хороший. Рекомендую, ребята, рекомендую. Ребята, мне только что письмо пришло опять. Я снимаю же игру Шиварли, как его? Шиварли, Medieval Warfare. И разработчики пишут, типа, ой, там офигенное видео, я сегодня выпустил видос, где там чувака пнул. Типа, здесь из Спарта, ешь, здесь из Римас. Ну там, посмотрите последнее видео на Ютубе. Вот последние минуты именно, вот конец видео, своего пнул в дырку. Вот так там, я, меня так прям на ржаку пробило, я смеялся как дебил. И они мне пишут, типа, офигенное видео, говорит, man, keep it up. Ой, нам просто поржать. Давайте как-нибудь потом застримим эту игру, толпой с вами просто сядем, посидим, порубимся, вспомним все обиды и рубить будем друг друга, друг другу головы. Римас, а по топовым кораблям соотношение боевка, торговля, анаконда, лучше какой выбор? Анаконда. Торговать. Но анаконда не может садиться на маленьких станциях. У нее большой размер. Тебя не видят игры. Да что ты до меня докопался? Вот. Меня видят игроки. Со мной Гречка, со мной SR Guy. Он, кстати, у меня... Он даже не у меня в друзьях, если честно. Вот, его нет у меня в друзьях, но он ко мне. Он у меня. Вот посмотри. Game Mod Open Play. OPENPLAY. Open Play. То есть в игре есть три режима. Есть соло. Есть Private Group. Есть Open Play. Открытая игра. В переводе Open это открыт. Открыто. Открывай. Play это play. То есть открытая игра. Вот как-то так. Рима, что порекомендуешь покупать после Кобры? Смотря для чего. Что ты собираешься делать? Торговать? Ну, на Кобре тоже можно торговать. А что там после Кобры? Что можно купить? Я уже забыл. Асп, наверное, можно взять. Так, ладно, давайте пушки поменяем, ребята. У меня сегодня день рождения, не у меня, вернее, у моей жены. Поэтому у меня уже пишут, короче, говорят, ты где? Туда-сюда, там уже кипиш пошел жесткий. Ребята, кипиш. Ребята, кто-то на Киви прислал 44 рубля. Признайтесь, пожалуйста, и напишите свои последние 4 цифры вашего номера. Спасибо большое, дружище, кто это прислал, почему ты так молчишь? Привет всем, давно стрим, да, приветствую, дружище, уже давно стримим. Так, каноны тогда убираем, ставим лазеры, самые жесткие лазеры. Так, пульсы мы можем поставить, либо бимов. Плазму ставить не будем, там уже второй. Ставим пульсы, самый оптимальный вариант. О, торгой дает тоже делать. Надеюсь, что скоро сделает. Рандомную генерацию мертвых станций, чтобы там было, можно было находить чертежи, артефакты. Это как в Еве, да? Я согласен с тобой, да, кстати, дружище. Недавно был намек, что, возможно, будет возможность строить свои станции, ребята. Когда это сделать, пока неизвестно. Но я больше всего жду посадки на планеты. Тоже искать разные артефакты в планетах и продавать их. Привозить и продавать. Это же шикарно.
Ничего себе, да ты богатых не видел. Тут такие миллиардеры бывают, дружище. Римас, такой вопрос. Вроде можно было как-то изменять цвет интерфейса. И я ни разу не видел это на картинках. Что ты об этом думаешь? Я вообще противник этого дела, потому что меняется весь интерфейс. Я уже привык к желтому. А так я тебе могу дать ссылку. Гречка, найди ссылку. Ты у нас модератор, ты можешь дать ссылку. Найди ссылку на изменение интерфейса. Посмотри. Дай человеку. Там, короче, прям на сайте можно изменить. Там говорится, куда потом этот код вставлять, какой файл и так далее. Там прям на сайте меняешь. Там белый, красный, синий, желтый, голубой, как-то, ну, какой хочешь. Так, ладно, у нас два бима и у нас пульсы. Все, ребята, отлично. Вот на этом с вами, наверное, завершим наш стрим. Я знаю, что быстро мне ехать надо, честно. Но там уже кипиш, меня там потом и тредикнут, перехватят и так далее. Вы слышали? Там кто-то взорвался. Я знаю, что это оранжевый интерфейс. Дружище, я знаю. Просто в народном языке иногда сокращают. То есть не оранжевый там, да, а иногда сокращают. Желтый, видишь, такой короткий. Короткие слова. Дружище, я знаю. Не люблю, когда меня поправляют, честно. Не люблю. Ладно, друзья, спасибо большое, что вы были. Спасибо за поддержку. Дружок, ты как-то не определился. Что-то не вижу, что... Хочу тебя просто в список ввести. А, и этот... Как его? У нас еще будут копии игр. У меня еще одна есть копия Elite Dangerous. Мы ее тоже выборочно кому-нибудь отдадим. Я сам буду решать, кому. А, и, ребята, Бобик Котик. Еще раз поздравим его. Бобик, я как решу эту проблему, там, видишь, до 13 августа можно только передавать. Не знаю, может быть, какой-то обходной вариант есть. Так, короче, если есть ВК, вышли мне свои контакты, я тебе напишу, и мы с тобой обсудим детали. Спасибо большое, ребята, спасибо большое, что вы смотрите стрим. Скоро увидимся. До скорых встреч.
Thank you.